Меня зовут Данил, моя фамилия Безруков, и я учусь в Лероше на курсе BBA-1. Я хочу сказать, почему я выбрал Лерош, а не какой-либо другой университет, в том числе и в России. Во-первых, я хочу сказать то, что Лерош он сейчас является одним из самых инновационных, и он рвется в будущее, и все условия, которые представляет он, они находятся как бы на той же уровне даты, как и ну, up-to-date. В России все-таки мы немножко, наверное, мне кажется, задержались, и мы все-таки очень много времени уделяем теории, а практики не хватает. А когда ты здесь, получается, получаешь и столько же практики, сколько и теории, у тебя получается knowledge, который помогает тебе в будущем найти настоящую профессию, и у тебя уже есть портфолио и твое резюме, которое ты можешь представить, и тебе поможет дальше в будущем на 100%. Еще хочу сказать то, что в Лероше все достаточно новое, дают возможности пользоваться книгами, которые издаются буквально в этом году, и контакт с учителями очень приятно проходит, то есть у вас отношения больше дружеские, чем официальные, и формальность присутствует не так сильно, как, наверное, в России, потому что в России учителя уделяют очень много внимания своему статусу, почему ты должен общаться с ними на уровне таком больше административном. Ну, Лерош все-таки это как Лерош как way of life, то есть мы как семья здесь, и это, я считаю, очень классно. Поэтому спасибо Лерош, и я счастлив, что нахожусь здесь.